Теплые душевные композиции, а главное в исполнении такой юной певицы. 8-летняя Лиза – воспитанница инклюзивного клуба «Изумрудный город», в котором она вместе с педагогом занимается вокалом. В очередной раз девочка не только порадовала зрителей своей концертной программой «Грею счастье», но и рассказала о себе побольше. Так, Лиза, говорят, тортики. Нет. Нет, не тортики. Так, руку поднимайте, а то вы все начинаете сразу. Конфеты. Конфеты, Лиза. Участники клуба танцуют, рисуют и поют. Теперь Лиза тоже активно участвует в творческой деятельности. А началось все несколько лет назад, когда девочка вместе с семьей переехала в Одинцово. Преподаватели отметили вокальные данные, и это стало ее отправной точкой в мир музыки. В округе она уже успела стать всеобщей любимицей. С Лизой мы познакомились на форуме, мы организовали тогда сбор средств благотворительный, и мама с папой пришли с Лизой. Вот с тех пор она покорила мое сердце, и я, когда вижу, как она поет, как слышу, как она поет, у меня мурашки по коже. 8-летняя исполнительница, несмотря на свои ограничения по здоровью, запоминает песни с одного прослушивания, а теперь уже и пробует игру на разных музыкальных инструментах. Девочка еще не раз порадует зрителей своими выступлениями. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».